Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома, мы вас ждем. Доброе утро! В эфире научно-познавательная, историко-развлекательная, непотопляемая, бессмертная программа «Пока все дома». И я, ее ведущий, Тимур Кизяков. И сегодня мы в гостях у удивительного человека, народного очумельца Андрея Бахметьева. Андрей! В нашу программу приходит много писем. Это не проблема. Берем обычную пластиковую бутылку. Здравствуйте, Тимур. Ну что ж ты, Андрей, опять на столе свои пластмасски разложил. Гости же пришли. Это не пластмасски. Это как минимум 4 ложки, блюдца и колье тебе на день изобретателя. Это моя жена Светлана. Сын в школе, дочь на работе. Ваша дочь работает. Все, что я делаю, все работает. В нашу программу приходит много писем с вопросами. Как вы познакомились со Светланой? Ну, как и все в студенчестве, мы познакомились, как и все в студенчестве. И уже через год с помощью вот этой обычной пластиковой бутылки я сделал Светлане предложение. Мам, пап, вы где? Это мой сын, Антон. Так, ты зачем опять нарядился в эту ерунду? Ну-ка, быстро поди переоденься. Извините, Тимур. А вот, Андрей, ваши поделки... Простите, ваши изобретения из пластиковых бутылок широко известны. А есть ли какие-нибудь изобретения, которые, так сказать, не пошли в народ? Да. К сожалению. Много изобретений не пошло в народ. Дрели автомобиль. Совсем не прижился. Хотя шнура хватало доехать до балкона и обратно. Не пошла почему-то гильотинка для тысячных купюр. Меня не поняли, когда я предложил использовать сопли-клей. Хотя он всегда под носом. Кувалда-огнетушитель. Пистолет-носок. Бульдог бабушка Жов. Одноразовый телевизор камин. Много изобретений осталось непонятыми. Спасибо. Ну вот, совсем другое дело. Садись чай пить. Сын, возьми нормальную посуду. Как дела в школе? Русский 2, труд 5. Эх, ох, эй, балбес, молодец. Весь в отца. А вот дочь у меня непутевая. Фирма у нее какая-то с нефтью связана, с недвижимостью. Но я надеюсь, что она одумается и продолжит дело отца. С помощью обычной пластиковой бутылки. Да. А вот скажите, Светлана, я вижу у вас очень много старых вещей. Выбрасывать жалко? Ну что вы, он же мне ничего покупать не дает. Все ремонтирует. Пылесос «Циклон М-21» рассыпался уже. Взял, починил. Утюг на свадьбу подарили. Тоже не работал, тоже отремонтировал. Тетка моя, 86 лет, померла старушка. Так нет же! Тетнин! Верю, 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 верю. Но для того, чтобы все это изобрести, необходимо свободное время. Вы когда-нибудь отдыхаете? Конечно. Вот мы очень любим путешествовать. А, я понял. То есть вы берете обычную большую пластиковую бутылку, делаете из нее воздушный шар и кругосветку. Ну, не только. Вот вчера, например, мы за грибами ходили. За грибами? Так ведь не сезон. У нас всегда сезон. А хотите, пойдемте вместе с нами за грибами, а? Пойдемте с нами. Поле большое.
мужайтесь.